Здравствуйте, я Татьяна Ковальчук, и я приветствую вас на своем канале «Канадская деревня». А сегодня смотрела новости, в Америке, американские, у нас на даче, на ферме, у нас там стоит такая антенна, вот, и там, мы там недалеко от озера находимся, Lake Erie называется, и поэтому там недалеко от Америки. И вот там был такой американский канал, и на нем объявили, что, оказывается, Америка будет принимать украинских беженцев. Вот. И их к этому приему готовятся там все. И будут предоставлять жилье, будут предоставлять там пособие, они будут иметь шанс учиться или идти работать. Вот. Так что там тоже готовятся к встрече украинских беженцев. Так что, если не хотите ехать к нам, можете попробовать. Это, опять же, для людей, это будет бесплатный перелет в Америку 100%, потому что Байден там не позволит, они там не позволят, чтобы было платно это. Вот, это точно так же будет все бесплатно. Поэтому это ваш шанс тоже приехать в Америку. Вот, кто куда, кто захочет в Америку, кто захочет в Канаду. Вот, в Америку я люблю ездить, делать шопинг, потому что там все дешевле, вот, а жить, я не знаю, у нас там знакомые живут, ну, у нас как-то разные взгляды, ну, я не знаю, там тоже, наверное, хорошо, хорошо там, где нас нет, правильно, вот, это я сейчас, я приехала домой, вот, завтра маму надо везти в больницу, так что я вещаю из дома. Это сзади там моя кухня, которую мы, кстати, с мужем сделали. Вот, вот и все, хотела донести до вас такую маленькую новость. До новых встреч, подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока.